Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует телеканал Универ ТВ. Меня зовут Владислав Сергеев, а за камерой по-прежнему Булат Зигангирев. Сегодня выступит сразу три института. ИТИС, МЕХМАТ и Химический институт. Посмотрим, какой институт будет сегодня самый лучший. А тем временем мы пообщаемся с гостями и узнаем, чего они ожидают. И хорошо проведем время за беседой. Пойдем! Ты уже не знаю, сколько лет в этом университете, но давно наблюдаешь за первокурсниками. И не мог бы ты рассказать, вот, растет ли вообще фестиваль, что в нем интересного и какие фишки ты можешь пронаблюдать в этом, можно сказать, сезоне? Ну, в каждом, скажем как, к новому учебному году, Окей. В каждом новом учебном году что-то новое происходит, как бы новые люди приходят, каждый человек чем-то обладает своим. То есть, как бы, каждый элементик все новее, новее, новее. А потом что? Фестиваль, да, растет очень сильно. Потому что в прошлом году вот первокурсники были как-то вот, ну, сорнячок. В этом году еще мощнее, и с каждым годом все мощнее и мощнее это. Друзья, мы в зале. Самое время начинать концерт. Сегодня день открывает ИТИС. В общем, задумка такова. Перегревшийся айтишник готовится к сессии, засыпает и просыпается в киберпространстве Game of Codes, где на него падает важная миссия – пройти 1000 километров и спасти народ контрактников от воинствующей сессии. Да и путники у него попадаются странные. Молодая Людмила Зыкина и ее пуховый платок. В нашем юные особы занимались более достойными делами. Поэт уровня Маяковского. В моей стране спокойная река, в полях и рощах много сладкой снеди, и там тома и словит. Я даю голос за того, кто хотя бы немного свой текст выучил. И на редкость годная рыбчина. Итог. Ничего у него не получается. Миссия провалена, он просыпается. Зато сон увидел классный. Дорогие друзья, мы наконец-то вырвали на сцену. Сейчас его программу закончил ИТИС. Скоро будут выступать МЕХМАТ. Сейчас они готовятся за кулисами. Давайте посмотрим, что они сейчас делают. Немножко с ними опять же пообщаемся. И снова приступим к показу программы. Я зайду после. Хорошо. Ну, повелись пока на камеру. Скажи, какой-то институт, как тебя зовут? Институт математики, механики, Эльвира. Поворачивайся. Что будешь показывать? Буду отвечать за все. За все? Шучу. А мы отвечаем за пролог и за концовку. За концовку? Да, финал. А, отлично, смотри. А, видел выступление своих оппонентов в прошлом? Конечно. Да, как оно? Интересно. Будьте лучше? Да. Почему? Потому что мы МЕХМАТ. МЕХМАТ? Да. А у них тоже прикольная программа, у них графика была прикольная. Какова ваша задумка? Это секрет. Секрет? Увидишь все после и во время. Хорошо. Начинается следующая часть концерта. Перед глазами декорации Дикого Запада. Но где же все золотоискатели, ковбой, стволы и перестрелки? На все это даст нам ответ Институт математики и механики. Молодой парень проигрывает все в салоне и ищет золотую птицу в пустыне. Хочет найти деньги, не находит. Любопытно. Суть все равно не до конца ясна. Ясно только одно. Если вы молодой неопытный ковбой, не играйте в азартные игры. Ну нехорошо это. Зато хорошо то, что концерт у МЕХМАТа удался. Классно подобранные костюмы приятно сочетаются с декорациями, выставленными на сцене. И даже Газиз оказался здесь кстати. Что забыл наш вечно бородатый барабанщик на Диком Западе? Не будем вдаваться в подробности. Главное, что продемонстрированные математики оказали на нас должное впечатление. Сегодня вообще такой веселенький вечер получается. Есть работа для жюри, и это хорошо. Но самое главное, ребята не остаются равнодушными прежде всего. Их надо за это похвалить. Они стараются, у них есть свое собственное видение. Они, по крайней мере, репетируют. И чувствуется, что репетиции дались им так вот потом и кровью. Причем такие достаточно серьезные были репетиции. А это все видно на сцене.
Друзья, это снова сцена. Выступает химический институт. Мы ждали этих ребят, ведь они реализовали то, что должны были реализовать геологи. Буфонада. Мы так долго ее ждали, что еле сдержали эмоции. Алло, с вами ресторатор, это Versus Battle, пошумим! Я все справа, представься. Юля Киви, наикрутейшая девчонка на бах. Вот это нифига себе. Сам же концерт получился качественным. Выстрелил Боярский. Этот вечер мне уникальна программа и тем, что она прямо-таки показывает типичный будний день первокурсника, да и всех студентов в частности. Хорошенько провести время за коктейлем в баре, улететь с него в клуб, ну какой студент не ходит в джем и не вспомнит на утро ничего. Спасибо химикам. Они подмешали в этот концерт лайфхаки для первокурсников. Берите и пользуйтесь. Тем временем перенесемся в фойе на парочку прощальных слов. Дорогие друзья, вот и завершились концерты, которые предоставили нам сегодня ИТИС, МехМАТ и Химический институт. Они вышли достаточно на высоком уровне. Ну а завтра ты сможешь насладиться концертными программами Инженерного института, Института управления экономики и финансов. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте, ссылочку ты увидишь на экране. И до новых встреч. Пока-пока.